Уважаемые пензенцы и гости нашего города, Пенза принимает участие в общероссийской акции «Минута молчания». Давайте вместе со всей страной остановимся на мгновение, вспомним каждого воина, каждого солдата Великой Отечественной, что защитили нашу страну от фашистского нашествия. Вспомним тех, кто, не жалея здоровья и сил, ковал победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Мы можем гордиться нашими земляками, которые как один встали на защиту Отечества от ненавистного врага. На фронтах Великой Отечественной воевали свыше 300 тысяч пензенцев, из них около 200 тысяч не вернулись домой. 242 человека в годы войны стали героями Советского Союза, 50 – кавалерами Ордена Славы Трех Степеней. Первыми, кто встретил врага на нашей границе, были и пограничники 9-й заставы 17-го Брестского погранотряда, которыми командовал уроженец села Силикса Кижеватов Андрей Митрофанович. В первых числах июля 1941 года вступила в бой 61-я стрелковая дивизия, которая с 1939 года дислоцировалась на территории Пензенской области и формировалась за счет местного населения. До середины августа она вела наступательные и оборонительные бои на Днепре. В битве за Москву с декабря 1941 года участвовали 38-я и 354-я стрелковые дивизии, сформированные на Пензенской земле. В их ратном списке Курская битва, участие в освобождении Белоруссии и Польши, битва за Берлин. В Сталинградской битве принимали участие 62-я и 277-я стрелковые дивизии. Они формировались на Пензенской земле с конца июля по сентябрь 1942 года. В них воевали и тысячи наших земляков. Старики, женщины и дети заменили ушедших воинов у станков на колхозных полях и фермах. Пенза и область приняла свыше 50 эвакуированных предприятий. В Пензе ковалось оружие победы, легендарная «Катюша». У нас производился каждый четвертый взрыватель для миноснарядов. 35 тысяч пензенцев награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За большой вклад в обеспечение победы в 1985 году Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Пензенцы воевали на всех фронтах, защищали Брестскую крепость и брали Берлин. Точку в Великой Отечественной войне поставил наш земляк, гвардии лейтенант Морозов, написавший на Рейхстаге: «А мы из Пензы». Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции России. Смотрите и слушайте Москву. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших.
вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.
Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.